Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Big Lemon. И в этом видео я бы хотел вам показать, как поставить нашивку на около своего ника. Это делается очень легко, но некоторые этого просто не знают, поэтому я решил снять это видео. Вы нажимаете на ваш ник в верхнем левом углу. И вот здесь есть такой квадратик, он у вас пустой. Вы туда нажимаете, и у вас есть какие-то нашивки. Ну, либо, может быть, у вас еще нету, но когда-нибудь все равно у вас будет какая-нибудь, да, нашивка по-любому будет. И вот любую из тех доступных нашивок вы можете на нее нажать, и все, она сразу у вас появляется. Дальше просто выходите в ангар, и все, ваша нашивка, вот она, рядом с ником уже выделена. И когда вы выйдете в бой, она тоже будет у вас рядом с ником. Это позволяет вам показать, какие достижения вы достигли в игре другим игрокам. И также, кто вдруг прошел боевой пропуск, основную часть, и приступил к элитной, и думал, что сейчас поставит эту нашивку, но у него ее тут нету, она, например, вот здесь где-то в заблокированных. Я тоже так вначале думал, то что почему-то баганула игра, но оказывается нет. Когда вы пройдете первый уровень элитного пропуска боевого и достигнете второго уровня, то вам будет доступна вот эта нашивка, и вы сможете ее поставить. Поэтому всем удачи в игре, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр, пока.